библиотеке в социокультурном центре ТЭФИ. Сегодня в рамках уникального историко-культурного проекта «Седьмые русские гандейские дни», приуроченного ко дню явления Тихвинской иконы Божьей Матери и посвященному 400-летию подписания Столбовского мирного договора, мы открываем единственную в мире европейскую гандейскую библиотеку. Коллекция гандейской литературы станет частью книжного собрания библиотеки ТЭФИ. Сегодня это одна из самых передовых библиотек, которая отвечает модельному стандарту 21 века. Это эффективно организованное пространство, которое позволяет встречаться с людьми разного поколения, проводить художественные выставки, а также семинары и конференции различного уровня. Идея создания гандейской библиотеки оказалась очень востребованной. Ее горячо поддержал немецкий город Любек. На сегодняшний день к проекту подключились 73 города из 11 стран. Рекордсменом по количеству присланных книг стал город Дайсбург, это 38 изданий. Также щедрый подарок нам преподнес польский город Гданьск, 37 изданий. В посылки вкладывались не только книги, а также буклеты, брошюры, CD и DVD-диски. Отметим, что наш фонд Европейской гандейской библиотеки пополнялся изданиями не только из городов, но и частных лиц, друзей нашего города. Благодаря этому фонд сегодня насчитывает более 500 изданий, рассказывающих о 83 городах из 13 стран. Дорогие гости! Вас приветствует глава Тихвинского района и Тихвинского городского поселения Александр Владимирович Лазаревич. Добрый день, дорогие друзья. На самом деле мы несказанно рады видеть вас у нас в гостях. К сожалению, наверное, погода не очень соответствует нашему настроению, но я уверен, что теплом своих сердец мы разгоним эти тучи. Сегодня обязательно увидим солнце. Обязательно. Я в этом просто убежден. На самом деле, мы сегодня открываем библиотеку. Это уникальный проект. Было абсолютно в преамбуле все сказано, что впервые идея принадлежит моему советнику Станиславу Витальевичу Смирнову. Молодец, Станислав Витальевич. Вот это самое... Почему он громко кричал «Ура!» Все правильно, потому что на самом деле это такое некое объединяющее начало. Более 500 экземпляров книг прислано, да, и находится здесь. 11 стран Европы поучаствовали в этом проекте. На самом деле, вы понимаете, это такого еще просто не было. Я думаю, что вот обязательно этот проект нужно будет как-то презентовать уже даже, может быть, на федеральном уровне. Но вот в связи с той обстановкой, которая сегодня есть в мире, не самой спокойной, не самой такой простой, это очень хороший вариант, понимаете, это именно объединяющее начало. Поэтому я долго говорить не буду, я всех нас поздравляю вот с этим замечательным событием. Я надеюсь, что пребывание в нашем городе вам понравится, и город вам понравится. Мы старались, мы приводили его в порядок на самом деле. Я думаю, что сегодня вы все увидите. Еще раз большое спасибо, что вы приехали. Я очень рад, что вы у нас в гостях. Спасибо вам большое. Представляется нашему почетному гостю, мэру Великого Новгорода, президенту Союза русских гандейских городов Юрию Ивановичу Бобрышеву. Вам слово. Добрый день, уважаемые дорогие тихвинцы, гости, хозяева нашего праздника. Добрый день, уважаемые коллеги из многих городов России, члены Союза, Гандейского союза русских городов. И Александр Владимирович уже сказал, что вот сегодня погода, мне кажется, погода никакого отношения не имеет к тому событию, которое мы сегодня отмечаем. Сегодня, кроме тех праздников, которые знаковые события, в том числе 400 лет Столбовского мирного договора, когда бывшие новгородские земли, случайно оказавшись у шведов, вернулись назад в Россию, это был договор подписан здесь, недалеко от Тихвина, как я понимаю. Кроме этого, у нас большое мероприятие, это, конечно же, седьмые гандейские дни русских гандейских городов. Вообще, гандейская история насчитывает уже более 7 веков.
И это один из союзов, который продержался больше всего. Ни один союз, ни одна династия не продержалась столько веков, как с 13 по 16 век был союз, старый имеется в виду, союз Ганзейских городов. И когда 30 лет назад было возрождено это движение, был возрожден союз Ганзейских городов нового времени, мы в этом году отметили Новгород 25 лет вступления, значит, в союз нового Ганзейского времени. И, конечно же, вот идея, которая у нас родилась 7 лет назад, создать свой Ганзейский союз внутри Международного Ганзейского союза, союз русских ганзейских городов. И мы его создали. В 2010 году собрались руководители городов ганзейских. Причем еще одна особенность, очень, мне кажется, серьезная и знаковая, что в Ганзейский союз не могут вступить просто так. Вот захотели, написали заявление и вступили. Как в союз городов, допустим, воинской славы нельзя вступить, так и в наш союз. Обязательно нужно доказать, что вы имеете отношение к союзу древнему. То есть вы были давно-давно в составе союза или сотрудничали с союзом городов. Ну, для примера, город Москва не один раз пыталась вступить в Ганзейский союз международный, их не приняли. Потому что, говорит, переводя на понятный язык, принесите справку, что вы, значит, сотрудничали с Международным Ганзейским союзом в средние века. Такой справки нет. Справку выдают в городе Любеке. Вот. И 2 года назад в Любеке был открыт музей. Музей Ганзейского союза, в котором представлены 4 главных города. Это Великий Новгород, это Лондон, это Любек и это Берлин. Вот эти города, которые были в основе Международного Ганзейского союза старого времени, средних веков. И госпожа Меркель, выступая на открытии этого музея, сказала следующее, что вот Международный Ганзейский союз – это был прообраз Евросоюза, только в лучшем его исполнении. Потому что те решения, которые принимались, они, собственно говоря, объединяли всю Европу и плюс Россию через Великий Новгород. И все решения, которые принимались, неукоснительно выполнялись. Хотя это, в принципе, был чисто экономический союз, союз купцов. Мы постарались это на сегодняшний день сделать. То есть внутри нового союза, нового времени, мы вспомнили про экономическую составляющую. И на сегодняшний день внутри Международного Ганзейского союза уже есть международный экономический союз, у которого количество участников не меньше, чем городов, в Международном союзе. А в Международном союзе 200 городов, 197, если точно, из 16 стран Европы. И мне кажется, вот эти взаимоотношения на уровне людей, простых городов, населяющих города, вот они определяют всю политику, они должны определять политику. Они должны, собственно говоря, командовать тем, кто принимает политическое решение, что мы-то думаем по-другому. Что мы хотим дружить, мы хотим жить в мире, мы хотим помогать друг другу, а не воевать. И мне кажется, вот это движение, которое сегодня существует, оно как раз в том числе и выполняет эту миссию. И не зря, мне кажется, наши действия совместно, когда мы объединились внутри Международного Ганзейского союза, ну прямо скажу, что 10 лет назад Россию там никто не хотел знать и не признавал. Вот. И, соответственно, наша задача была, чтобы нас признали. Сегодня у нас уже 3-й раз подряд избирают члена Президиума Международного Ганзейского союза. Их всего 5 человек на 200 городов. Это представители России, представители Великого Новгорода, Ольга Борисовна Попова, она здесь присутствует. Это не за то, что она такая красивая, не за то, что она из Великого Новгорода, хотя это то же самое, тоже немаловажно, а за то, что признана роль российских ганзейских городов. Сегодня их 16. И поэтому не зря мы добились, чтобы город Псков, псковичи здесь есть, получил право, да, вот я вижу, подошли, получил право принимать международные ганзейские дни, вторые в истории России, первые были в Новгороде в 2009 году.
Вот. И у них в 2019 году, через 10 лет после этого, будут международные ганзейские дни, 39-е ганзейские дни. И вот насколько великое значение сегодня придается этому со стороны руководства страны, отдельный указ президента России издан по поводу проведения этого праздника, по поводу проведения 39-х ганзейских дней. Мне, честно говоря, завидно, им столько денег выделил президент на подготовку, и они готовятся. Вот. И я уверен, что они подготовятся и сделают этот международный праздник настоящим большим политическим событием, в котором, безусловно, примут участие все наши города ганзейские. И хотелось бы вот сегодня еще раз поблагодарить всех коллег моих, которые приехали из разных городов. Сегодня 100% явка всех городов нашего союза русских ганзейских городов. Я хочу за это поблагодарить. Уверен, что и Александр Владимирович, и все его коллеги, и все тихвинцы на самом высоком уровне проведут этот большой праздник. А что касается открытия вот библиотеки, она называется еще социокультурный центр, я правильно понимаю? Вот, мне кажется, это как раз этот образец, как надо использовать помещения, которые когда-то были даже пусть детским садиком, вот, а сегодня это по потребности людей, не просто библиотека, а это место, где люди могут прийти и провести именно свое время в плане и изучения книг, и проведения пресс-конференций, и проведения каких-то мероприятий, которые требуются в этом микрорайоне или прилегающих, мне кажется, это знаковое тоже событие для тихвинцев, чем я вас и поздравляю. Поэтому хотелось бы еще раз всех поблагодарить. Уверен, что праздник состоится, праздник будет. Солнышко тоже к вечеру будет. Спасибо вам за прием. Мы уже видим, что все будет здорово. И всех с праздником. Это действительно большой праздник. Спасибо. Спасибо, Юрий Иванович. Идея собрать коллекцию книг, рассказывающих об истории, культуре, достопримечательностях, туристическом потенциале и выдающихся уроженцах городов Международного ганзейского союза нового времени, принадлежит Станиславу Витальевичу Смирнову, советнику главы Тихвинского района, уполномоченному по делам Ганзы в Тихвинском районе. Станислав Витальевич, вам слово. Спасибо. Я скажу коротко. Чудеса случаются. Когда мы задумывали этот проект в прошлом году, осенью прошлого года, когда обратились в Любек, нам коллеги из Любека сказали, ну вы знаете, в Ганзейском союзе активность проявляют 20-25 городов. Вот на них вы можете рассчитывать. А книги прислали 73 города. И я знаю, что будут присылать, потому что многие города, скажем так, взяли нас в подписку. Они сказали, что как только у нас будут появляться новые книги, мы будем вам присылать. И я уверен, что Ганзейская библиотека будет пополняться. Я уверен, что здесь будут появляться книги и о других городах. И когда-нибудь здесь будут книги обо всех 190 городах Ганзейского союза нового времени. И эта библиотека, она не только позволила городу Тихвину заявить о себе, громко заявить о себе на европейском уровне, она еще и показала, насколько тесно связаны наши истории и насколько тесно мы вообще взаимосвязаны. Я приведу два коротких примера. Город Лимбажи латвийский, Ганзейский союз. Оказывается, там учился отец Иоанн Гарклавс, человек, который спасал Тихвинскую икону Божьей Матери. Оказывается, там очень хорошо знают отца Сергия Гарклавса, нашего почетного гражданина, человека, который вернул икону. И там есть список иконы Тихвинской Божьей Матери. И не так давно из немецкого города Камен мне написали, прислали фотографию Тихвинской иконы. И написали, а вот у нас недавно проходила выставка русских икон, и мы с удивлением обнаружили, что там список Тихвинской иконы, датированный 1810 годом. То есть вот насколько связаны могут быть города, и насколько та библиотека ганзейская, которую мы сегодня открываем, может стать единой площадкой для каких-то совместных проектов, языковых, культурных, познавательных. И, наверное, мы придем к тому, что эта ганзейская библиотека будет оцифрована и через интернет станет доступна всем ганзейцам. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте. И большое спасибо городам, которые подарили книги для ганзейской библиотеки. Я позволю себе немножко нарушить сценарий. Я знаю, что наши коллеги из города Тотьмы хотят сказать. Алексей, можно у вас микрофон?
уважаемые коллеги, уважаемые гости. Так сложилось, что наш город бывает на Ганзейских днях очень редко. Фактически, это буквально один из первых разов за последнюю пятилетку, наверное. Я думаю, что это не случайно и, наверное, знаково, что именно с Тихвина начинается наше постепенное возвращение в эту замечательную компанию. Потому что мы, разумеется, хотим и будем принимать более активное участие в деятельности этого союза. Тем более, что нашему маленькому городу есть чем гордиться. В этом году ему исполняется 880 лет, будут значимые мероприятия, будут большие события. Вот, во вторые выходные августа мы, безусловно, приглашаем всех представителей ганзейских городов, и не только, на наш юбилейный день города. Ну, а сейчас, вот, поскольку есть такая возможность, мы бы хотели подарить два наших самых новых издания, которые вышли уже после того, как мы выслали предыдущие издания в ганзейскую библиотеку непосредственно. Это книги о нашем городе и об архитектурном стиле, которые, в общем-то, связывают с нашим городом Тотьма. Это тотьмская барокко. Спасибо. Приезжайте, пожалуйста, в Тотьму. Спасибо огромное. Мы сердечно благодарим каждый город, принявший участие в создании Европейской Ганзейской библиотеки. Коллекция изданий о городах Ганзейского союза нового времени заняла достойное место в зале страноведения и литературы на иностранных языках и станет сегодня доступна широкому кругу читателей. Друзья, хотим обратить ваше внимание на выставочное пространство библиотеки ТЭФИ. В зале страноведения и литературы на иностранных языках представлена фотовыставка «Очарование древних городов». Вы можете познакомиться и полюбоваться историческими местами, панорамами больших и маленьких городов, впитывая атмосферу средневековой и современной Европы. В конференц-зале представлена выставка по страницам литературной Ганзы, которая знакомит с выдающимися литературными деятелями, чья жизнь и творчество связаны с городами русской Ганзы. Обе эти выставки являются данью уважения городов, которые приняли участие в формировании Ганзейской библиотеки. Стены молодежного зала украшает экспозиция «Русская Ганза» образцовой студии моды «Стиль» Центра детского творчества. Коллекция костюмов посвящена Ганзейскому союзу русских торговых городов. Тихвинцы и гости нашего города в эти праздничные дни не раз смогут увидеть представление этой уникальной коллекции в исполнении самих авторов. Дорогие друзья! Наступает долгожданный момент. Мы приглашаем главу Тихвинского района и Тихвинского городского поселения Александра Владимировича Лазаревича и мэра Великого Новгорода и президента Союза Ганзейских городов Юрия Ивановича Бобрышева перерезать нашу символическую ленту-закладку. Библиотеку объявляем открытой. Аплодисменты. Мне и представлена Ганзейская библиотека вот на этих двух стеллажах. Когда мы говорим, что мы получили более 500 экземпляров, кажется, так много, а заняли они всего два стеллажа. Но я надеюсь, что постепенно собрание книг будет расти, а то, с какой любовью города дарили нам книги, какие шикарные издания они преподносили, вы можете посмотреть сами, есть время, вы можете подойти и посмотреть на книги, которые здесь представлены. И вот эта фотовыставка, которая наша благодарность европейским городам, которые приняли участие в формировании библиотеки. К сожалению, не все города, представленные на полках, прислали фотографии своих.
но те, кто прислали, вот фотографии здесь размещены. Это выставка о старинных ганзейских городах Европы, которая рассказывает о выдающихся литераторах русских ганзейских городов. Она размещена в конференц-зале. Ее можно там тоже посмотреть, как она оформлена и каким образом она выглядит. Thank you.